Приветствую вас на канале Були Подмосковья. Вот, хотим познакомить вас с девочкой, американский були лилового окраса, дочка Тифунчика и Унчика. Получилась у них только одна девочка, но зато какая замечательная. Коротенькая, коренастая, головастая. Характер просто огонь. Ничего не боится. Шустрые, как ела, мордочка симпатичная. Окрас очень ровненький, без пятнышек. Только бабочка. Ну. Витушка. Только бабочка на грудке. И, по-моему, на двух лапках прям кончики чуть беленькие. А так прям вся лиловая. Папка у нас, как вы знаете, чемпион, призер АБКС, чемпион России, чемпион РКФ. Ну, я думаю, кто канал наш смотрит, знает и папу, и маму. Ну, а кто не знает, можете посмотреть. Ролики про него есть. Можете ознакомиться, потому что папа и мама наши, с нашего питомника. Девчонки... Почти полтора месяца, весит 4200 уже. Предположительно тип покет, без недостатков, хвостик полный, без заломов, прикус, пока ножницы. Такая вот девочка, припевочка. Так что интересуйтесь, не стесняйтесь. В комментарии к ролику закреплю номер. Можете писать на WhatsApp, интересоваться. На момент передачи будет иметь прививки по возрасту. Ушки купируем. Вот. Так что интересуйтесь. Цена 100 тысяч. Вот. Ну и документы, соответственно, как всегда, будет щенячка БКС. Вот. Такая вот девчоночка. По запросу можем видео поснимать, фото поделать. Девчонка просто огонь. Вот сколько щеночков было, но это прям замечательная девчонка. Прям настоящая булька маленькая. Ничего не боится, прям просто. Засранка. Что там в углу нашла? Зарница. Ну, сами знаете, щенка очень тяжело снимать. Ему как человеку не прикажешь стоять, сидеть. Или как взрослой собаке. Что такое? Ну, что там ниточку шлюку взял? А, нет, нормально. Так что такая вот девчоночка. Просто шикарная. Коротенькая, коренастая. Уже такая вот, хоть и щеночек, а такая вот уже мощная деваха, головастая. И окрас прям такой хороший, ровненький. Грудочка, ну-ка, грудочку покажи. Голову подними. Вот такая вот бабочка, как у папки. Вот, красавица какая. Ну просто огонь девка. Мать уже не хочет отдавать. Не хочет отдавать. Ну нет, нам уже все. Тем более нам еще вернули.
Вернули маленькую. Шустренькая, я не знаю, просто. Но Тифунчик молодец, да, кушает. Тифани, вот как мамка, просто мы проблем вообще не знали. Что в тот раз было 8 щенков, что сейчас один. Не как с Евкой, это 4 щенка, но просто, блин, мы не спали. Полтора месяца, наверное. Пока вот они на сухой корм не перешли. Да, кстати, вот она прям размученный корм. И недели не поела, да, наверное? Сейчас уже шпарит сухой корм. Влажный не хочет. Ну, куда ушла-то опять? Витуша. Засранка. Эх ты маленькая. Ну, все. Шторы мамкины опять, шторы. Витуша. Ну, все, заело. Так что такая вот девочка. Вот еще раз напомню, в закрепленном комментарии будет номер телефона. Пишите на WhatsApp, интересуйтесь, не стесняйтесь. Видео, фото, там, посоветуем, расскажем. Опять убежал куда-то, ну что такое. Так что вот еще раз напомню. Девчонка лилового окраса. Предположительный тип покет, без недостатков. Хвостик полный, без заломов. Привкус пока ножнички, окрас ровный, коренастая, головастая, деловая, характер просто огонь. Вот. Закрепленный комментарий будет номер телефона, пишите на WhatsApp, интересуйтесь, видео, фото, там, что хотите, расскажем, покажем папу, маму. Вот. Цена 100 тысяч, на момент передачи будет щенячка АБКС, прививки по возрасту, ушки купированы. Если кто-то не хочет, вот мы купировать не будем, но... Имейте в виду, что в 2 месяца будем купировать. Если кому-то не надо, бронируйте, говорите, мы купировать не будем. Ушки, так что все, интересуйтесь, пишите, не стесняйтесь. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока.